Ты потерял мою шутку. Все, я не верну. Это было очень эпичное возвращение. Ты вытер мышиные какашки об ковер. Да ладно, этот ковер тут лежал. Да наверное. Какая разница? Все, я убрал. Возможно, он был без мышиных какашек. Все. Так, мне кажется, что наши ряды... Редеют. Дело не в этом, а в том, что мы создаем коалиции. И это неправильно. Слушай, мне кажется, нам коалиции надо быть создавались, коалиции создавались все во всех исторических войнах, во всех исторических формированиях тех или иных так, глобальных вещей. Я не люблю конкретику, как бы люблю так общими вещами. Нам достаточно хотя бы один комплект посуды. Спасибо, Милана. Еще такой вопрос, Милана, вы не в курсе вообще? А как у вас дела? Вот у нас очень дела, волнительные дела. Я просто не понимаю, сколько мы здесь еще будем сидеть, находиться. И есть ли смысл вообще здесь находиться? Ну, в любом случае выйти вы сейчас не можете. Понимаете, какое дело? Сейчас я вам расскажу. У вас 1 декабря необходимо... Да, да, дело не в этом. Нет, дело не в этом, вы понимаете? Как там сказали уже по завещанию, наследство получит один, а остальные получат проценты. То есть сейчас у меня там прогорит весь мой бизнес, я не сдам свои объекты, я потеряю все, что наживала целыми годами, и здесь я ничего не получу, ну а смысл мне здесь находиться тогда? Так а может получишь? Не уверена. Нет, там написано достойно, но может быть сейчас платить будет ближним родственникам ближе, чем я, и он получит. А я какой-то процент получу? Разве сказано ближайший? Ну, достойно, ну понятно, но здесь мало ли кто получится достойно. То есть вы в себе не уверены? Я очень уверена в себе, кто же еще кроме как не я, смотрите на них во всех. Спасибо, ты что-то оскорбляешь? Да это что же такое было? Вот ты знаешь, ты реально подсирала какое-то. Вот Ваш, пока потеряла здесь ты все эти дни у нас было. Я прошу прощения, но это же некрасиво с ее стороны, правда? Кто еще может быть достойней? Мне кажется... Ну, мне нет смысла здесь тогда сидеть, понимаешь? Вам нечего терять, а мне есть что терять. Катерина, зачем тогда я здесь Катерина, сижу? У тебя немножко гниловатый базар, я к тебе вот почему. Ты так со мной не разговаривай, гниловатый базар. Пока ты здесь гниловатый базар у тебя. Смотри, при Милане начинаешь грубить. Ты говоришь, кто еще здесь достойней, кроме меня? Посмотрите. Я не грубила, Вася. Ты сказала, посмотрите на них. Это конечно. Что такое было? По-моему, допустим, но она оскорбилась или еще тебе кто-то. Тебе нечего терять, а мне я, есть что я терять. Я про другое. Не, а надо, вот не надо лебезить, когда ты при Милане, ты лебезишь, и когда это ты лебезишь Вась, настоящий. Никогда, я не лебезил, это скоро не ты лебезишь, ходишь. Да что ты делаешь? Да, ну что ты ругаешь на меня? Все, уж никто здесь, я уж точно не лебежу. Давайте не будем ругаться, Милана уходит. Я вот Милана сегодня ругалась, и мне что-то не лебезу. Иди, иди, пошестери. Какая грустная история. Вась, какой ты падкий все-таки на деньги? Мне вот ничего не надо, дайте мне тогда выйти просто отсюда.
Просто я не понимаю, ни размер наследства, ни на какой срок здесь должна находиться. Кать, ну скажи... И Милана опять снова исчезает. И где ответы на все наши вопросы? Милана! А давай спросим, можно ли устроить здесь вечеринку? Милан! А можно вопросик? Конечно. Слушайте, а здесь вам нужно как обращаться, сюда вы или как вам? А у вас есть отчество? Просто Милан. Хорошо. Милана, а можно здесь устроить вечеринку? Что вам мешает? Ну, хотелось бы... А что нам мешает? А как? Музыка должна быть? Кто сказал? Кто сказал? Ну, вечеринка обычно устраивается там музыка, светомузыка, дым, коктейли разные, напитки. В таком случае нельзя. Нельзя? А вы устроились вечеринку? У меня они, видимо, отличаются от ваших. А что вы делаете? Для меня вечеринка, в вашем понимании, это хорошее времяпровождение. А как вы рассказываете? Что это для? Я рассказываю истории, я могу танцевать. Ой. Но просто мне не всегда для этого нужна музыка, конечно. То есть музыка это все, что окружает нас. Танцевал? А, то есть вы намекаете на то, что можно создавать музыку из всего? Да. А у вас есть какие-то инструменты? Как-то. О, Макс, давай, танцуй! А еще? Вот это да. Это нет, а без музыки ты танцуешь, Милана. А как ты? Подожди, Мара, давай еще. Понятно? Я вот не понимаю тебя, Нелла. Ты как-то говоришь своими такими штуками. Завуалированно. И немножко непонятно. Она, понимаешь, она имела в виду что? В ее понимании непонятно. Я понимаю, что она имела. Она имела просто легкое что-нибудь, типа, может быть, у вас завалялся где-то какой-нибудь мафон там с кассетами, или типа, там, я не знаю, какая-нибудь аппаратура, мы бы бац, рубили что-нибудь там, под Аллегрову там что-нибудь, или под Лесоповал. Под Лесоповал? Нет, что-нибудь нормальное, какой-то такой, вот легкий. Вот, что она имеет в виду, то есть, в принципе, никто не сможет, так как ты... Хорошо, а если вдруг каким-то образом мы будем общаться с нашими смотрителями, и они каким-то образом смогут ее как-то, ну, не организовать, а хотя бы что-то подобное там нам прислать для нее, там какой-нибудь там центр или еще что-нибудь. Мы, с вашего, ну, музыкальный центр, там, колонка. Паша, с каких годов-то музыкальный центр? Уже всего, нет? Уже давно нет музыкальный центр, Вася. А что сейчас? DVD? Чего вы ведете, Василий? Я к тому, что можно будет здесь там дэнс... Конечно. Ну вот. Просто, да. Борода. Может, хотя стать колоночки? У меня есть музыкальный центр. Есть музыкальный центр, я... Нет, сейчас шарк можно музыку, там планшет, допустим, был бы у меня, да, и колонки я подсоединил бы через планшет. А, ну вот бух нам просто нужен. Ну или ноутбук, да, там. Ой, не об этом беречь, не об этом беседуем. А о чем побеседовать нам, Катерин, о давай. О вечеринках? О чем я спрашиваю тебя? Зачем о вечеринках ты... давайте побеседуем. Давай, мы о них побеседуем. Вот Максим танцевал, мне понравилось. Максим, танцуй еще, пожалуйста. Нет, музыки. Напой что-нибудь ему. Да, вы же знаете песни? Я сомневаюсь, что под эти песни Максим сможет танцевать так, как он танцевал до этого. Не знаю, попробовать немножко. Ну как? Не, ну как-то надо. Мы же только что танцевали, Максим. Это понятно, без музыки. Но он хочет рискнуть. Музыка в голове. В смысле, у тебя тоже музыка в голове? Конечно, она была отличается. А да. Па, я просто хотела что-нибудь сказать. Я такая крутая. Что вы можете сказать? Хотя про эту фотографию. Маленькая. Что вы хотите знать? Это вы там изображение. А вы так считаете? Мы уже с вами сказали свою версию. О, Катерин. А.
Тебе задание пришло. Песня про зайцев, бриллиантовая рука и станцевать. А кто мне такое задание дает? Какая разница? Как? Какая? И за что? Вася, ты сегодня тоже делал задание? Ну, я сделал, по-моему, на ура. А что тебе за это было? Я понятия не имею. А я не знаю слов про зайцев. Как там слова? В темно-синем лесу. Ну-ка, дальше. Поможешь мне хотя бы слова? А, дубы колдуны, да? Нет, тихо. Слова, как ты будешь петь? А, нам все равно. Но это припев. Нужно... А куплет я не знаю, мне нужен текст. А можно текст? Нет, там что-то темно-синем. Тебе же давали текст, а мне дадут, может, тоже текст. Катерина, слушайте, вот это интересно всегда, правда же? Нет, интересно говорю. Интересно, а кто мне такое задание дал? Мне очень интересно. Не пишет, главное, кто дал задание. Да, смотри, какой текст там. В темно-синем лесу, где трепещут осины, да. Где с дубов колдунов облетает листва. Иди, садись сюда, будешь не иди, садись сюда, что ты мне будешь это? Я сижу здесь, я тебе не команда. Ну понятно, ты можешь мне слова говорить? Тама-тама-да. Дубова, хорош, да? Слышь, что-то все, иди сама делай. Вот и все. Не надо себя так вести, ужасно, отвратительно. Все, делай сама. Где-нибудь там так себя будешь вести, за забором. Делай сама. Я тебе решил помочь, ты на меня орешь. Не дадут нам текст, пожалуйста? Нет, не дадут. А Максим может танцевать, ты же хотел как раз петь. Макс, идем, будешь мне помогать под танцовку. Давай, так надо спеть. Давай. В темно-синем лесу, где трепещут осины, без дубов колдунов, облетает листва. Сейчас, подожди. На-на-на-на-на. Пауза, помолчи, пожалуйста, дай, ты же хочешь дальше продолжить? Макс, танцуй. На поляне траву. Зайцы в полночь косили. И при этом напевали Странные слова. А нам все равно. Пусть боимся мы Бога и сову. Дело есть у нас. Я забыла эту песню как-то. Дело есть у нас. Самый поздний час. Мы волшебную. Косим траву. Опа, поехали. А нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Хохей, дополни. Самый поздний час. Дело есть у нас. Мы волшебную. Косим траву. А это еще не все, а дубы колдуны. Что-то шепчут в тумане. У поганых болот. Чьи-то косы встают. Косят зайцы траву. Трынь траву на поляне. И от страха. Все быстрее. Песенку поют. И снова припев. А нам все равно, пусть боимся мы долго и сову. Выше бери. Самый поздний час. Выше бери. Дело есть у нас, мы волшебную косим траву. Еще раз. А нам все вместе. А нам все равно. А нам все равно. Не надо постоянно, переходим, еще раз. А нам все равно. А нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Хе-хей. Дело есть у нас самый жуткий час. Мы волшебную косим траву. Задание выполнено. Это было отличное задание. Поздравляю, как первое твое задание. Да. Серьезно? Вася, спасибо. Да не вопрос, Катерин. С дебютом вас. Я список только нашла. Подождите, да, что за задание? Спеть фильму и танцевать из бриллиантовой руки вот эту, да, бразайцев. Сколько можно пропустить в этом доме, находясь в другой комнате? Да-да-да. Люди песню спели. А еще, ребят, с нами поздоровались, добрый вечер сказали. Добрый вечер? Да, обычно она подписывается, Изольда Кац, сейчас не подписалась, но думаю, Изольда Кац обычно просто... Милана, вы опять уходите? Миланочка. Милана, посмотреть надо. Исчезла?
Да что ж ты будешь делать-то, а? Все понятно, что просто... Как этот, шоу Бенни-Хилл. Вы заметили, как вечереет, ага. Сразу задание, и вот вчера вечером у нас продукты появлялись в печи. Вот это все вечером происходит. Как стемнеет. Как они появляются в печи? Кто-нибудь может рассказать? Кто-нибудь понимает? Может, у Миланы один раз спросим? Может, поэтому она и убежала, сейчас что-нибудь нам служит? Ребята, я готовлю ужин. А как она мы это пришли сделала? На ужин, на запах пришли? Не знаю. Мы пришли на песню. На песню? Да. Там запекается? Да, запекаются яички. А, Милана пообещала нам дать комплект, набор одной посуды, комплекта. Да? Да. Сейчас вилку, ложку, там тарелочку сказала. Вилку, ложку. А кто будет есть из нее? Все по очереди. А, да. Кто руками? Кто как может, кто как умеет. Слушай, Макс, ты хорошо танцуешь. Ну так. Он школа. Говорит, что он танцевал. Да, Макс, где ты танцевал, кстати? Школа, мастерство. Танцевал где-то? Ага. Just Dance. Серьезно? Ты знаешь, что есть такая игра? Ой, да. Какая? Ну, типа, там, мониторе, короче, стоят движения. А, это да, игра. Обычная игра, да, в нее играют? Да, 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 да. Я ничего такого не знаю даже. А? Я там учился. Там, типа, на эти нужно наступать. Да, движение, короче. А это сложно? Я вот ни разу не играла. Ну, вот у нас будет приставка, покажу. Ну, когда выйдем, тогда покажешь. Нет, а там отсюда. Как она подсоединяется? То есть, получается, что-то на сеется на пол, да? Ну, нет, там это кинерг, если да. Кинерг. Ну, как, а, да, камера, я знаю. Да. И там подключаешь ее, короче, и ну, там еще. Ты на телеке. Да. Кинерг. Я поняла, есть такая приставка еще. Текст тебе пришел. Кстати, а хороший фильм на самом деле, вот если вспомнить, фильм он такой, во-первых. Я бы спела помоги мне. А ты слова-то знаешь? Смерть. Ой, а вы видели эту актрису? Она сейчас уже такая полненькая. Да, да, да. Красотка, да? Да, да. Я забыла ее фамилию. Это все не напрасно было. А это что за песня? А это из Ивана Васильевича, по-моему, да? Да. Седьмая сила. Опа. Что о, там еще? Ребят. Это Вася, Вася, почитай. Васич. Один из сам себя. Пусть Васич сам себя ее читает. Давай и читай сам себя. Слух, будешь читать, Васич? Один за всех и каждый за себя. Дух воина. С победой, но без мести. Он тот, кто понял самого себя, он вследствие своих вчерашних действий. В кругу зверья, не знающих пощады, подолгу оставался чужаком. Когда в войне собраться были рады, мечтал о мире, где другой закон. Искал свой путь в цветущем белом мае. Какого волка кормишь, люди говорят. Вдруг вспомнилось. Что есть другие стаи, добро и свет внутри их душ царят. Бежит, оставив спящих у пригорка, взъерошена стального цвета шерсть. Мудрец, пришедший в шкуру волка, он вспомнил вдруг, зачем он здесь. Пусть Васич расскажет всем героям. О чем это? Волчок, а кто такой волчок? Мурашки по телу пошли. О чем это? Понятия не имею. Волчок. Ну как, это же кто-то твой, значит, ты знаешь, о чем речь? Да, он подписался. Что значит, кто-то мой? С чего ты взял, что это кто-то мой? Ну, он подписался. Волчок. Я ты прекрасно понимаю. Вдруг? Чтобы не знал его. Ты знаешь волчка какого-нибудь? Понятия не имею, кто это. Не знаешь волчка? Он говорит, пусть Вася еще расскажет. Ну, он думает, что я... Да, мы герои, все правильно, всем героям. Мы сегодня прочитали, что мы уже герои. Видишь, уже нас герои называют. Тихо! Пожалуйста, поймайте тишину сейчас, дайте мне подумать. Очень вас прошу, мне только надо... Один за всех и каждый за себя. Дух воина, с победой, но без мести. Он тот, кто понял самого себя, он следствие своих вчерашних действий. В кругу зверья, не знающих пощады, подолгу оставался чужаком. Когда в войне собраться были рады, мечтал о мире, где другой закон. Искал
искал свой путь в цветущем белом мае. Черт. Че, Вася, ничего не можешь сказать по этому поводу? Тихо, дай ему подумать. А. Он даже не знает. Ты не знаешь, что такое волчок? Ты так говоришь, как будто ты его знаешь. Ты знаешь, кто это? Я понятия не имею, кто это. Ну, я просто, просто удивлена. Там написано было, пусть Вася Васильевич расскажет, она подумала, что может... Это один из твоих, может быть, друзей? Может, у тебя есть какая-то тайна? Какая у меня есть тайна? Может быть, ты что-то не договариваешь? Да подождите. О чем там было написано? В стаи попал в стаи. Не написано... В смысле о чем? Там про... Мне понравилось про кормишь волка. Какого ты кормишь волка? А там еще было про последствия вчерашнего. Ну просто я знаю одну такую. Ну, я только эту строчку, там еще много строчек. Ну, типа, есть два волка у каждого человека внутри. Альфа, не, я просто. А, короче, ребят, знаете, иногда вот ты живешь. Да? Так. Своей жизнью. Обычной. А потом вроде думаешь, ну а почему, можно же пойти легким путем, да? Пойти легким путем. Так. И ты решаешься на этот легкий путь. Думаешь, что если ты пойдешь этим легким путем, ты сможешь получить больше, чем... Или быстрее, больше, чем если ты пойдешь правильным путем, да? И так получается, что в какой-то момент ты... ошибаешься, ты не увидел картину целиком. Ты ошибаешься и попадаешь в такие места, где совсем другие законы, не такие, как здесь. Естественно, вы все слышали, как я общаюсь, как я разговариваю, и все прекрасно понимаете, что я немного... грубоват, немного странен, немного где-то что-то говорю не так, как обычные люди, много, да? Не современным. Вот. Так вышло, что я не сидел с мужиками в гараже. Нам наоборот, ты сок где нам врешь? Да, я не сидел с мужиками в гараже, не пил водку, не... Так и я что говорила, да? Да? Еще расскажи. Дело в том, что я сидел, в общем, в читинской тюрьме 4.5 года. Вообще 5 должен был, но вышел полгода. Это же круто! Тихо. Это круто! Дело не в этом. Я его расспрашивал вчера, ну чего? Когда я вышел, я в первую очередь шел к жене и к семье. Так. Но так как я вам говорил про тех людей, которые наставили на меня ствол, это правда. Так. Дело в том, что на мне висит еще большой долг. И чтобы отдать этот долг, я снова должен попасть не в тот мир, к которому хотел и стремился выйти, к которому шел, выйдя из тюрьмы. Я опять нахожусь где-то в определенном месте, но здесь совсем, конечно, другая ситуация. По сути, я 4.5 года ждал, чтобы попасть к жене и дочкам, а теперь я здесь. Вот. И если я... Теперь понятно, Вася, почему ты говорил, что тебе здесь нравится. Давайте похлопаем Василию. Вася, кто признался? Мы как кружок анонимных алкоголиков. Как вас зовут? Меня зовут Вась Васич. Привет, Вась Васич. Да, ты права. Права. Надо было раньше, но... Ну, не мог я. Ну, зачем? Блин. Нет, теперь просто... Ну, и так было понятно, да? Да, просто сейчас сложился план. Просто, понимаете, я не могу доверять людям, когда... Да. Сейчас я понимаю, что это действительно... Действительно какие-то родственники, потому что у меня есть... Не говорил и дед, и отец про Прасковью Павловну Смит. И все, что они говорили, что она живет в Австралии.
Ну не о том речь. Я знаю, кто такой волчок. Ну как знаю? Я предполагаю, кто это такой. Предполагаю. Сидели потому вместе. Что это может быть. Нет, это. В общем, человек, который обо мне тоже очень многое знает. Так скажем. И я не могу одуплить, почему сейчас он сделал так, чтобы я признался. Вот этого не могу понять. Для чего? Молодец, что признался, Васич. Всегда правда. Всегда, ну, слова правды, слова те, которые я вспомнил, друг, зачем я здесь. Вы понимаете, что все по сути для я делаю для своей семьи. Вот. И я все пройду с вами. Огонь, воду, все пройду. Все, что мне нужно, потому что я... Прости, а за что ты сидел? Сейчас нужны подробности. Зачем? Нет. Не нужны подробности. И так все понятно. Давайте не будем. А вот, поэтому волчок. Такой стих красивый, на самом деле. На самом деле, спасибо тебе, потому что как гора с плеч. Держать это было в себе, когда понимаешь, что кто-то догадывается или кто-то понимает. Но держать это в себе было очень, не очень приятно, так скажем, потому что я... Молодец. Все. Давай, лирику оставили? Ну да, все нормально. У нас готовился ужин, кстати. О, королевская булочка. Миланочка, вы обещали нам комплект посуды. Принесете, пожалуйста? Нет, не надо смотреть на меня, выпрашивая вопросы. Юрец, ну не надо, пожалуйста. Пожалуйста. Зачем тебе это надо, братан? Потом, если что-то надо, я тебе приучу как-то, как ты что-то подскажу. Сейчас давайте по кишкам блудим, ребят. Да. Поедим. Смена, не боясь, из головы, ходи полотенце. Как? Миланочка, вы с нами кушать будете? Максим, они повесят обязательно. Все просто на место. Пошли, Максон. Сейчас повесим. Слушайте. Вы знаете, я не ожидал, что выглядит на правду здесь. Я так понимаю, это начало, вот то, что сейчас с нами происходит, это вот только самое начало, ребята. Да, потому что, понимаете, еще такую вещь, ведь многие о нас знают что-то хорошее, а ведь кто-то есть, кто о нас знает не очень что-то хорошее, да? И ведь эти люди тоже нас смотрят, да? Представляешь, если есть какой-то человек, который знает о тебе что-то, что ты не хотел, чтобы тебе знали. Да, и он бац. И напишет? Ну, или расскажет. Ну, это будет весьма понял. Ну, вот я и говорю, что здесь у нас. А мне нравится, это весело, да, становится интересно. Ну, на самом деле, да. Интересно, что будет дальше, потому что я мало чего понимаю. Мне интересно, что за эти задания мы получаем. Да. Ну, что-нибудь да получим. Подожди. Ты реально, ты человек, который говорил только о деньгах, ты говоришь теперь, что-нибудь да получим. Если мы реально получаем за это лавеху, то это даже неплохо. Ну, конечно, мы можем договариваться с Миланой, она все равно там куда-то бегает, что-то где-то продукты берет, либо ей привозит. Мы не раз лавешку чик-чик-чик отчитали, она сходила, купила нам там, я не знаю, пиццы, курицу, там, что-нибудь, сахара. Коньячка. Ну, коньячка. Да. Вечеринку можно устроить? Конечно. Еще мафон возьмем, рубим там. Восьмешек не хватает чуть-чуть. Оторвали все, короче.
Нифига, ты быстро повесил-то? Все? Отлично. Понимаешь? Молодец. Так, подожди. Вообще нет, не за задание. Определить размер. Я хочу знать размер наследства. Да все это такое такое сегодня прикольное будет. Такое. Как? Коньяк? Не коньяк. Меньше, чем коньяк. И меньше, даже, наверное, Мартини? Меньше. Меньше, чем вино. Что-то такое. Как это? Я не поняла. Я сама не поняла. Сегодня будет шампанское? Похоже, но не то. То есть мы сегодня будем пить шампанское? Надо глупости говорить. Ты серьезно, я что ли? Я хотела пить шампанское. Не знаю. А, ладно. Я знаю точно. А здорово, знаю. Да? Ну, если она не лечит, как бы, то было бы вообще неплохо. Это очень все интересно. Я очень хочу. А еще я бы очень хотела зайти в Инстаграм. Только. Да хотя бы один звонок сделать. А еще бы хотелось пойти бы куда-нибудь сделать прическу, да, накрасить. А это просто Инстаграм в Одноклассниках? Как это? Нет. Это отдельное приложение? Такая же соцсеть, только Ну, в чем это? В чем Одноклассники? Ну, Одноклассники, мне кажется, только в России. Там сидят как бы те, кому за 30. Нет, на самом деле, не странно, но, согласиться. Ну да, серьезно, кому за 30 как-то почему-то. Поэтому мне как-то называется Одноклассники. Те, кто сидят в Одноклассниках, никогда не понимают, как сидеть ВКонтакте, например. ВКонтакте сидят помоложе. Это такая синенькая, да? Да. Синенькая. А все, кто еще помоложе, сидят в Инстаграме. Нет, там вообще в Инстаграме сидят все. Даже, ну, не важно, сколько тебе лет. Ты можешь быть из любой точки этого мира, земного шара. Допустим, то есть ты такая крутая синяя, ты можешь делиться своими фотографиями, подписывать, подписываться на других. Вот так. Снимать сторис ты можешь. А в Одноклассниках можно музыку слушать, там есть музыка в Одноклассниках, там всякие рецепты, там, короче, эти картинки всякие смотришь. Это классические увлечения. Что там, анекдоты там? Так ты считай, получается, вышел и сразу попался, даже в обществе не было. Сразу с... Подожди, но ты, получается, ушел в 2014 году. Но это не так давно было. Так. Ну как не так давно было? Я имею в виду, что жил-то я в городе. Деревня, даже ты через деревню? Ну... Еще раз. Надо руки вытянуть. В общем, инстаграмов у меня не было. Что, Милан нам принесет? Она научит нас что-то. Ну, мне никак. Можешь одну руку показать? Конечно, там очень много всего. Там даже можно тебе приделать маску котика. Чего? Маску котика. Ты можешь вот так сделать, вот нажать на маску котика, у тебя тут вырисовывается маска котика, и ты можешь так говорить, как котик. Максим, садись. Или как собачка. Итак, язык высовывается, он такой хопс. Ну давай я сяду. Ты садись сюда. Ну это весело. Если бы у меня был телевизор, я бы сейчас не показала. Слушай, это же не да, там такая как бы нарисованная мордочка. Да, руками. А как яйцо можно руками есть? Она должна прямо... Сейчас я покажу. На стол поставим. Смотри, вот так руками. А что, не будет этого, открыть да? Печь. На стол. Нет, открыть печь. Не буду. Знаешь, как мне нужно сделать? Надо сейчас открыть печь. Макать? Почему? Зачем? Надо... Откройте печь. Печь. Ну-ка. Опачки. А что там? О мой бог. Что там? Ребята! Что там? Торт, ладно, ребята! А это что? Гарден! А там кого это пиво? Дай я посмотрю. Вода. Какие-то Ирина Петрова, Сергей Сергеев, Ирина Петрова, Ольга, непосредственно Каха, хлеб. А кого для Васича? Серьезно? Стой. И не поверите, а вторая бутылка для Миланы. Она что, пьет?
Милана пьет? Да. Серьезно? Да. А кто? Ребята, вообще... Маленький чёрт, морковь для вас. Так, я не знаю, что... Кто это? Кто? Маленький чёт? Кто такой маленький чёт? Ну, маленький чёт. Ой, что? Кто? Кто? Непосредственно каха для яйца. Маленький чёт. Мы даём для Миланы конфеты для Макса. Конфеты для меня. Жига для меня! Волчок, смотри это. Карты играют мне. Волчок, Ирина Петрова твоя. Два перехватчик армянский. Давайте всех посмотрим, давай. А две бутылки воды, ну пять для меня. А разреши? Мочалка для меня. Мыло для меня. Килограмм воздушки. Можно я? Мне только, я больше смотрю. Ты этот Антон Панчик, а тебе что-то отсылает, да, все время? Только мыло, мне больше ничего не надо. Так, Вась, на. И бутылка воды. Охренеть. Ну, уже не мочалка, Вась, у тебя есть уже. Блин, прикольно. Вообще, разбираем. Иди сюда. Ребят, благодарите. А в какую можно сказать что-нибудь? Кто я в какую думаю, говорил? Туда можно, мне кажется. Вот в эту можно сказать? Я думаю, вполне. Она выглядит, только не все рабочие какие-то. Кто-нибудь, кто есть, дайте знак. Вот в эту сказать. Как людей-то, для кого людям-то сообщить? Нет? Никак, ну, непонятно. А вдруг куда-нибудь не туда скажут? Вряд ли. Овощи сюда будут складывать. Не, вот! Вот в эту. Короче. Короче. А непосредственно как братан. Спасибо за хлеб Бородинский. Я не знаю, кто ты. Где? Вообще хочу всем сказать огромное спасибо всем за то, что вы помогаете. Да что конкретно, зачем? Надо всем сказать. Нет, я хочу конкретно сказать. По именам пройти. Я хочу конкретно сказать. Да? Да. У меня непосредственно Каха мне булку хлеба выслал. Спасибо большое, красавчик. Непосредственно Каха. Мочалка. Маленький чёт. Спасибо за такой морковь для вас, Васича. Маленький чёт. Чёту, привет. Не знаю, кто ты такой. Ну, хорошо. А, непосредственно Каха. Кефир 2.5%, 2 штуки для юрца. Каха, ты красавчик, капитальный вообще. София. О, это София в прошлый раз у меня отправила. Сосиски молочные для юрца. Спасибо большое. Благодарите сразу всех. Всех, опять Волчок. Короче, всем спасибо большое. София, Волчок, Ирина Петрова, Сергей Сергеев. Непосредственно Каха. Очень вкусный медальон. Ольга Антошкина. Антон Панченко. Непосредственно Каха. Спасибо большое. Антон Панченко уже как раз не посылает. Молодец. О, карты игральные 36 штук. Масло появилось у нас, масло. У меня появился кореш непосредственно Каха. Понял тебя. Батон. А медовик кому приплыл? Это Милане. Спасибо огромное. Милане? Спасибо, да, спасибо за карты. Искренне большое человеческое. Спасибо, Милана, за масло. Тошина Ольга, спасибо огромное филе за судака? Масло. А кому филе судака и кефир? Спасибо за филе. Спасибо, здесь уже просто. А кому филе судака и кефир? Вася, а можно это... Да ты посмотри, ну секунду, да, скажи, конечно. Почему Милана не спускается? Почему Милана не спускается? Килограмм картошки есть? Есть. Есть. Все. Давай нарезавшись. Милана, ты нам нужна! Мочалка. Давай как раз вот. Как назвать Милану? Прикольно. А где мочалка? А я все бытовые принадлежности вот туда положила. Тебе мочалка приехала, Вась. Ну, наконец-то я могу помыться нормально. Елец, надо отдать. Это личная гигиена, братан. Мочалка. Личная. Ты хоть поделишься? И могу поделись. Конечно. Привет, можно твой кефир? Кефир, да. Конечно. Давайте уже есть пока горячее. Подождите, дайте осознать. Держи. Ты можешь пить. Ваша, все. Ваша, ты поделишься, нет?
Да. Кефир. Что, ты тоже хочешь кефир? Нет, кефир я не хочу. Ты не хочешь? Ага, все, не хочешь. Нет, кефир я не хочу. Васич. Стой, 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 я уже слышу эти позывы. Уже слышу эти позывы. Садись, Васич, что это за стола? Близкие меняются. Это сосисоны мои, да? Да, спасибо большое всем, кто нам что-то присылает. Это реально хоть какое-то... Да. Ребят, спасибо вам всем большое, всем. Всем, кто присылает, всем, кто это делает. Спасибо огромное. Вы нас просто спасаете. Мы благодаря вам выживаем. Реально. Это... Выживаем. Вот реально, грех прям по-царски. Вот это царский грех от души, ребят. Спасибо огромное. Птичье молоко. Ну что, покушаем? Как раз под ужин, Васич. Ты смотри-ка, ах, какая красота, а. Да. Одна Мелания. Офигеть у Меланы, подгун, смотрите. Я вообще в шоке, она что, пьет? Сидит сюда. Я не знаю, но, видимо, прибухивает. Милана! А можно тебя? Ты что, у нас выпивоха? Прости, конечно, я тебя уважаю. Давай, Васич. Так, ну, Васич, давайте кушаем. Тостец, что ли, у нас будет? Что, кто? Тостец. Да. Может, несет нам его? Ребят, может, за знакомство все-таки уже, родственнички, за знакомство. Ну, давайте, за знакомство. Давай, Васич, не доби. Это меньше. Меньше коньяка и меньше шампанского. Ты только что это, она говорила же. Да, я понял. А кто? Ты реально все, что ты видишь? Морковь. Это вот это. Это вот оно. Давай поехали в глоточку. Милана, что-то не... Милана, спасибо. Вы знаете, нам прислали еды. Милана, у нас к вам несколько вопросов. Это вам тоже прислали. У нас к вам несколько вопросов. Во-первых, вот это бутылочка пива. Вам. И вот медовик. Это вам. Это ваше. Это не нам, спасибо. Это вам прислали. Вы читать умеете? Да, вам прислали. Ас-волчок. Ас-волчок. Для Миланы, вот. А. И еще медовик для Миланы. Ас-волчок. Ак. Нос благодарим. Мы или научились говорить спасибо вот сюда. Если вы хотите, вдруг. Какая? Нет, это не шутка. Серьезно. Вот это ваше. Правда. Это не шутка. Мы сами обалдели. Ну, мы вас оставим на еду. Да, это вам. Я не понимаю. Все вы понимаете. Я благодарю. Но почему мне? Не, ну, потому что, наверное, ты хорошая, Милана. Немножечко яичко есть. Я очень благодарю. Можно передать спасибо. Вас. Там на Милану нужно. Мне как вам больше нужнее. Я же не пью вообще-то. Милана, вы не пьете? Вы будете чай? Да. Нет, мы чай не пьете. Кто это чай? Он твой. Милана, будете пивком? Миланочка, а вы пьете? Милан, пивка будете? Спасибо, я сейчас не хочу. Сейчас не хочу. А, вы пьете? Когда-нибудь мы вместе сядем за один стол. Ну что ж. Не-не-не, твой пирог, Милана. Я хочу с вами поделиться. Да? Да. Туда? Это что, масло? Масло? Да, масло. Нифига себе. Ну, вообще, еще бы сковородку нам теперь там уже жарить. Нет, теперь мы точно можем жарить. А нет. Мы можем вот здесь жарить, на этом. Нет, смотрите. Нет, смотри, вот этот ножик у нас есть. Вот эту штуку сюда. Гениально. Прям бам-бам. Крышку можем сделать там. За печь в духовке. Не за печь в духовке, а вот на этой смене, на плитке. Синий, вы хотели вечеринку. Вот и вечеринка у нас. Пью. А что вы пьете? Пью или пирожки? Хотите? Ну, я может... Да. Конечно. Это нам? Спасибо. Ты охренел, что ли? Я пошутил, Вася. А что за шутка была? Я пропустил. Подождите.
Ну тогда давайте что это царский устер. А слушай, а что там за рыба? Окей, все. Это филе от судака. Слушай, отнеси, пожалуй, его вот эту, под лестницу, холодно. И сосиски там еще есть, и кипир. Ладно, я под лестницу. Там, по-моему, Юлия Антошина, спасибо огромное за масло. Спасибо огромное тебе за масло. Огромнейшее спасибо. За зубную пасту. Ирина Петрова, тебе за все спасибо, за все, что ты делаешь для меня. Или лучше подлить. А, кстати, я очень люблю. Волчок, да? Я тоже. Давай скажем спасибо, кто... Давай всем спасибо. Именно за это отдельно. Просто мы здесь находились реально в очень большом стрессе. Несколько дней они были очень жестокие для нас. И что здесь только не происходило. Мы ругались, и дрались, и что здесь только не было. Хоть сейчас можно немножечко как-то чуть расслабиться и снять чуть-чуть стресс. Снять напряжение. Спасибо большое. Да, вот это напряжение, которое здесь царит, это просто невозможно. Это Волчок тебе прислал, Милана, да? Спасибо, Волчок. И спасибо... Непосредственно Каха. Ирина Петрова. Ирина Петрова и Волчок, спасибо. Это очень нам приятно. Спасибо. Непосредственно Каха. Непосредственно Каха. Слушай, спасибо большое. Выживем. Надеюсь, мы с тобой когда-нибудь встретимся и на тулипах. Глянь, нормально понял, чтобы по кайфу было. Прям как я люблю, нефильтрованное. Маленький чёт. Привет. Надо же такое. Я даже не могу. Я не буду медовик. Ешьте мою долю. Ну дела. Ну дела. Привет. Чуть-чуть выпьешь, да? Минана, вы тоже присаживайтесь к нам. Мы научились, знаете, как греть в этом в горшочке воду. Мы греем в духовке и завариваем чай. У нас есть заварка. Будете? Чай из духовки, нет? А что, кстати, мы помним, что на самом деле в духовке яйца вкуснее. Почему? Когда мы запекаем яйца в духовке, тоже в горшочке, они намного вкуснее. Видите? Да, из яйца. Мы поняли, что из любой ситуации всегда есть выход. Мы поняли. И не один, оказывается. Да, не один. Давай, Васич. Давай. Ой, дорогой мой. Родственничек! Да ладно, Катюк, ну да, правда, хорошо сиди, чё? Почему-то так посидели. Хорошо стало и спокойно. Уважаемые наследники Прасковьи и Смит, как видите, вас оценивают не только специалисты нашей адвокатской компании, но люди со всего мира. Сейчас мы зачитаем вам вторую часть совещания. Вторую часть. Давайте сюда. Блин, ребят. Слушай, мы готовы. Тише, тишину. А что тише-то? Сейчас будет зачитываться. Ну хорошо. Мы готовы. Интересно такое. Ой, так интересно. А ну там что-нибудь жесткое. Да, давайте пойдем, настроимся. Ну давайте. Настройся, Вася, пожалуйста. Сейчас, подождите, подожди. Милана, мы хотим собрать. Мы можно эти листочки нам? Мы собираем, потом я хотим. Я брала со стола. Хорошо. Спасибо, Милана. Мы хотим потом обязательно благодарить всех людей, которые нам помогают. Мы обязательно потом все это благодарим. Да, мы выйдем отсюда. Листочки сохраняем. Да. Где выйдем? Да, когда мы получим наследство, мы обязательно благодарим всех людей. Хорошо. Я просто внутрь. Да ладно, шутка. Ребят, неужели сейчас это? Ребята, ну может быть даже да. Катя, ты рада, что тебя расслабило вот это что? Пока что еще нет. Вкусненько. С цитрусом. Пугает. Как я люблю. Да? Да. Благодаря тебя это. А? Хочу! Но о таком я даже не мечтала. Там. Все познается в сравнении, Екатерин. Да. Пивечка! Милан, давайте я вам налью. Конечно. Ну это же вам пришло, Милан. Благодарю. Вы
не хотите, да? Нет, я вам стакан, Максим. Да я без стакана. А что же мне стакан? А мне стакан не дали, я из бутылки главное пью. Я думала, нет стакана. Да, да, да. Вася, чуть-чуть подумал, да? Вася, профессионально заливает. Он просто чуть-чуть глотнул, он просто чуть-чуть глотает. Чуть-чуть глотнул. Миланочка, вы не будете уходить, останьтесь с нами. Я сейчас вернусь. Мы хотим, чтобы вы с нами присутствовали при зачитывании извещения. I'll be back. Ой, неужели? Как говорится, вкусновато, но маловато. Тише! Я зачитаю, давайте я. Я Смит Прасковья Павловна, 02.01.1924 года рождения, в Смоленской губернии. Я, Смит Прасковья Павловна, 2 января 1925 года рождения в Смоленской губернии. Настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы такое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю одному из моих наследников. Наследники в составе 6 человек будут заселены в дом, каждая комната которого находится под постоянным видеонаблюдением. Основная задача наследников – выяснить степень родства и выявить того, кто получает все наследство. Цель такого эксперимента – найти наиболее достойного преемника капитала Прасковьи Павловны Смит. Установившийся наследник из числа всех 6 преемников может самостоятельно распоряжаться наследством. В случае, если наследник так и не будет определен, либо условия, поставленные адвокатской конторой Изольды Кац, будут нарушены кем-то из преемников, все наследство перейдет во владение адвоката Изольды Кац. Текст завещания записан адвокатом Изольдой Кац с моих слов и до его подписания. Прочитан мною лично в присутствии вышеобозначенного адвоката. Настоящее завещание составлено в 2 экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан мною. Один экземпляр завещания хранится в делах адвокатской конторы Изольды Кац, а другой экземпляр будет зачитан наследником и передан им на хранение. Или кто? Нужно вывести степень родства, ребят. Помните, что я сидела, разбиралась, вам не стало это неинтересно. На самом деле нужно разобраться. Подожди, остановись на секундочку. Попытаться вообще осознать, что здесь написано. Не надо спешить. Не спешим. Наследство Вот самая главная фраза, я считаю, вот, если будут нарушены кем-то из приемников, то наследство придет в владение адвоката из Ольга. Я считаю, самое непонятное здесь... Цель такого эксперимента – найти наиболее достойного преемника капитала. Цель такого эксперимента – найти наиболее достойного. А кто установившийся наследник? Кто устанавливает? Как мы установим его? Это все так… Подождите, вот здесь написано. Основная задача наследников – выяснить степень родства и выявить того, кто получит все наследство. То есть, даже если мы выявим степень родства… Нам все равно после этого нужно будет выявить того, кто получит наследство. То есть выявить того, кто наиболее достоин преемником капитала Прасковьи Павловны. А это мы решаем каким между собой путем голосования образом или смотрители? Мы это сделаем. Как мы выясним, кто у нас роднее бабули? Это же как-то связано с камерами, с тем, что за нами наблюдают, или мы просто сами будем решать, кто из нас более достойный? Мне кажется, здесь никто не знает ни этого ответа. Задача в другом – предположить. Значит, нам надо искать корни наши и углубляться к… А когда нам будет зачитан сам экземпляр завещания? Тут вот все ж так вот… Не... Они постоянно... Само завещание, когда нам будет зачитано? Они постоянно нас заставляют чего-то ждать, и ты постоянно чего-то ждешь, ждешь. И передан, а у Милас Милан экземпляр? Как он нам будет передан? Один экземпляр нам будет передан нам. Я напилась уже, наверное. Нет у вас этого экземпляра? С бутылки. Фу.
Так. В случае, если наследник так и не будет определен, либо условия, поставленные адвокатской конторой Изольда Кац, будут нарушены кем-то и из преемников, все наследство перейдет во владение адвоката Изольда Кац. А что значит нарушить условия? Да, да, очень хороший вопрос. Что значит? Но это будет завещание. Поставленные адвокатской конторой. А какие условия мы уже знаем? Какие условия мы знаем? Ничего. Камеры трогать нельзя. Да, нет, если нельзя. Уйдет один, мы пока что знаем, если уйдет один... Но это получается условие. Это одно из условий. И потом еще... При каких условиях может уйти кто-нибудь, например? Вот. Если кто-то один уйдет, то, я так понимаю, никто ничего не получит, и все наследство перейдет. Что нам, я просто имею в виду, что нам нельзя делать, чтобы кто-то ушел? Вот типа, вот о чем я говорю. При каких условиях один может уйти? Вот, например, я захочу типа уйти. Что меня может заставить уйти? Я вот, меня вот это пугает сейчас на самом деле. Ну, если, допустим, Сни начнет тебе ночью вырезать скальп. Ну, зачем ты обостряешь? Стоп. Я имею в виду что-то, что может твоей жизни угрожать. Да, но это вряд ли будет моей жизни угрожать. Ну, я просто... Было у меня 1000. Это другой вопрос. А что еще может? Все, больше ничего. Меня это и пугает, что мы не знаем, что. То есть, что должно такого произойти, чтобы кто-то, например, захотел просто уйти. Если при том, что мы уже знаем, что есть наследство. Шайте. Вот кто-нибудь хочет сейчас уйти? Вот кто-нибудь? Я нет. Вот сейчас нет. Ребят, я же вам говорила. Вам нечего терять, понимаете? Я не знаю размер наследства. У меня сейчас реально горят миллионы. Если я не знаю размер наследства, сейчас там потеряю все, и здесь я ничего не получу, то мне здесь смысл такой сидеть. Не в этом. А суть в том, что мы не знаем, какие права за собой оставляет сама эта Изольда Кац. То есть, получается, какие-то меры же она к нам может, да, применить, такие, как силу. Они нам могут и по щам насовать, они могут нас травить, они могут делать что угодно. Получается так, угрожать нам оружием. И я не знаю, нам надо посмотреть, что написано в этих условиях, потому что мне кажется, что Изольда Кац немножко перегнула палку. Она слышит. Конечно, ей выгодно, чтобы кто-то здесь не дошел до конца. Если кто-то не доходит, то получает, она забирает все. То, что мы с тобой обсуждали. Хочется понять, какие меры она может к нам применять. Вопрос. Что ты сказала еще раз? Скажи еще раз, Кать, что ты сказала? Да. Только что прям. Васич, помнишь, ты только что сказал прям, мы об этом говорили. О том, что если кто-то из нас не дойдет до конца, то Изольда Кац останется все деньги, ей это выгодно. Кто эти условия поставил? Прасковья Павловна Смирна, бабушка. Вот это я удивлена, что она прям сказала, что Изольда Кац писала с ее слов. Значит, она... Если мы будем так сказать, полгода назад она начала что-то. Она нас не знает, да. Конечно, она и хочет понять, кто достойный. Но тогда что бабуля хотела? Чего хотела бабуля, если она... Найти достойного, но мы не знаем критерии. А что такое тогда? Понимаешь, есть какие-то критерии, которые она вкладывает в понятие достойный. Это как вот о собачке, о которой мы говорили, да? Есть определенные уровни, да, достоинств. Бабуля поставила условия. Видимо, она описала характеристику, написала достойного, по ее мнению, человека и ее наследства. И сейчас, видимо, все люди в онлайне будут смотреть, кто из нас больше всего достоин. Так, все верно. Или мы сами должны решить, кто нет, из нас нет, достойный. Смысл нет. Если бы мы сами решали, мы бы тут просто, это смысла не имеет. Как мы сами решили? Мы бы не решили. Конечно, мы бы просто не решили. Значит, это не мы будем решать. Значит, решать должна сторона, которая не заинтересована, по сути. Ну да, такая вот. Не заинтересованная сторона, это есть смотрители. Да, есть смотрители. Не заинтересованная сторона. Но в любом случае, они нас тоже никто не знает. Просто проблема в том, что мне кажется, что немножко перегнули все-таки палку адвокатской фирмы. А, нет, они не перегнули. Если бы я был хозяин адвокатской фирмы, я бы тоже все постарался сделать так, чтобы кто-то из этих 6 наследников обосрался, и чтобы деньги перешли адвокатской конторе. Получается, они будут делать все. Чтобы... Смотрите, что получается. Ну спасибо, что голыми нас сюда не положили в центр комнаты. Посмотри, что получается. Изольда Кац, получается, тоже ребята, она участница. Еще одно условие, чтобы вы носили микрофоны.
Мы должны слышать вас. Найдите коробочки с микрофонами и распределите их между собой таким образом. Первая Ксю, вторая Васич, третий Макс, четвертая Лия, пятый Юрец, Катерина. А вот они взяли эти коробочки. Стоп. Вот коробочки. Они, эти коробочки. Мы вот, должны их носить. Зачем? Я первый же день спрашиваю, что-то значат эти цифры 100%. Я была про цифры? Уверена. Да. Они все пронумерованы. Зачем? Зачем их носить? Чтобы нас слышали? Мы должны слышать вас. Условия? Они нас не слышали до этого? Ну, видимо, они хотят слышать не просто, когда мы по комнате, а чтобы прям... Это значит, я всегда постоянно буду с ним? Да. А как это? Нифига себе, а как? Стоп, подожди. Не спать с ним? Ну, не знаю, спать ты можешь снимать, класть его рядом. Нет, придумать какие-то куда-нибудь, прицепить как-то можно такую штучку. Ничего себе. А вот так, может, нормально? Вот, ну вот. И вот так ходишь? Это условие. Это условие, вот, да? Смотри, шнур разматывается. Mm-hmm. Это можно... О, нифига себе. Так это его можно размотать. Смотри, что. Он длинный. А как его надо? Нифига себе. Как одевать? Это реально уже... Вот это как уже получается говорить? Какая-то вот фигня. Нет, ребят, это не получается не какая-то фигня. Как раз вот это уже как получается. В фильмах? Формат шоу, понимаете? То есть получается, что? С этого смотрите, момента... Это будет... чтобы было удобнее для смотрителей, для тех, кто определяет, кто достоин. Зрители, какие смотрители? Зрители. Прям в ухо, мне аж оглох. Не знаю, мне тоже. Да. Я же рядом. Это должен определить кто-то из смотрителей. Это отвратительно. Ты прости, конечно. Витюню. Это получается пятый мой здесь. Прикольно. Четвертый кто? Я. Я Зарегут. Я. Это мой. Это моя любимая цифра. Нет. Это просто прикольно. А моя пять, кстати, любимая. Я не знаю, как вы прогадали, но это прям яблочко. Моя любимая цифра 4. А сегодня здесь на столе лежал. Вот сегодня здесь это на столе прикольно. Лежал. Ну сейчас это сегодня так где-то, который лежал на столе. Это очень знаково, я бы сказала. Да. Поэтому, мне кажется, мой цифра 4, она всегда рядом со мной. А вы все хотите надеть микрофон? А куда? Это условие. А что, хотим, не хотим. Да, вас не смущает, да, что? Ну это условие. Сейчас мы будем сейчас выполнять все условия. Но вообще на самом деле, если сейчас мы узнаем размер вообще наследства. Мне бы там сложно, честно, одеть. Я с тобой согласна абсолютно, но если мы прямо сейчас уже начнем нарушать условия, да? То есть это пока что то, с чем я могу смириться. Ну, носить с собой коробочку. Тем более, там моя любимая цифра. Так что я верю в нумерологию. Да. Прозвучало как-то жалко, да? Ну, вообще, все, что ты говоришь, звучит жалко. Прости, пожалуйста. Слышишь? Ты засмеялся мне прямо в лицо. Я просто беру пример у вас. Ты вообще братишка мне после этого. А что ты берешь пример с меня? Ты стрелы переводишь, как настоящий армянский профи. Я говорю, я научился у тебя хорошим вещам в ухо кричать, если человек плохо слышит. Ну, что-то ты напрягался, когда я тебе в ухо кричал. Сказал этого не делать. Не надо мне. Было такое, да. Я все равно кричу, чтобы стал хуже слышать. Сейчас как? Он включен тебе или что? Я не понимаю. Я не знаю, куда его? Я не слышу. А ты можешь его мне? Отстань от меня нахрен. А ты можешь мне его сзади засунуть? Сзади засунуть тебе его? Давай, я попробую. Ребят, я просто не понимаю, как постоянно с ним ходить? Стой, куда-нибудь... Вот, я про это и говорю. Постоянно это жестко. Сейчас я тебе засуну, сейчас ты почувствуешь. Смотри. Нельзя, чтобы они так же лежали, да, как они лежали. Ну, в смысле? О чем ты? Ты о чем? Я не понимаю. Вот, я смотри. Типа, а где ты будешь? Как это сделать? Подожди. Остановись ты, шиншилла дикая. Подожди. А куда вот это деваться? Я вот так сделаю, или вот ходить сюда? Поговорить? Нет, там прищепка есть, слушай, видишь? Слушай, у меня никогда сестры не было. Ой, ну... Открывать ее или не открывать? Иди.
Стоп, все. стоп. А как это получается? Ксю сказала, что ее микрофона нет. В доме. Вот здесь. А быц-быц-быц, бац, и печка дала микрофон. Я поняла. Это, короче, надо говорить. Да. У меня нет колготок без стрелки. У меня нет девушки. У меня нет девушки. Нет, пожалуйста. вы сейчас смеетесь, погодите. У меня нет ноута. Вот вы сейчас смеетесь, ну а по сути, как это вот сейчас так произошло? Нет, что это значит? Я честно... Почему так? Мне кажется, это как произошло как-то вот так. Когда чего-то нет, все появляется. Смотри, у нее большая грудь. О, привет, тебя как зовут? Вася. Ой, кажется, короче, на ней мои колготки. Все, ладно. Я в карман засунул, я не знаю как. Я засунул в карман, все. Я понятия не имею, уже одевается. Помоги мне, пожалуйста, возьми. Я тебе вот сюда сделаю. А тебе туда сделать? Да, дай мне вот так. Я хочу через спину вот так. Ребят, правда, говоришь нет в камеру и появляется в печи, что нет. Я думаю, если нас сейчас кто-то слышит, видит, они же знают, что у нас ничего практически нет, что нам все нужно. Если нас смотрит весь мир, почему нам тогда в печи не появится то, что нам необходимо? Мужчины, я не обращаюсь уже даже к женщинам. Мужчины, способны на поступки, вообще есть? Я очень жду таких мужчин, которые способны на поступки, которые что-то нам пришлют в печь. Кать, вот ты все про мужчин. Хотя бы одежду. Про мужчин, про поступки. Ты не думаешь, ты готов... Чем ты достойна наследства, скажи мне? Да видно же, что достойна сразу. Я хочу сказать, знаешь что, Васич, мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым. Ну, сердце от любви. Ну, я тогда не понимаю, тогда ну... Каждая женщина ждет поступков от мужчины. Тогда ты априори получишь просто процент от наследства. Да. Потому что, ну, сейчас твои достоинства я не вижу, кроме того, чтобы выпрашивать чего-то от мужчин. Мы сейчас не говорим же о твоих достоинствах. Я просто к тому, давай поговорим о твоих, Кать, достоинствах. В чем твое достоинство получить наследство? Просто Вась пытается как-то тебя разговорить, а ты о своих достоинствах молчишь. В чем твои большие достойные достоинства, чтобы получить наследство? Я достаточно самодостаточная женщина, и мне вообще этого не нужно. Если вы еще до конца не понимаете. Я рад тебя знать, на самом деле. Сегодня ты меня в карты положила на лопату. Мне просто интересно понять размер наследства, и все. На самом деле, что мы выяснили за сегодня? Я там сейчас теряюсь здесь с вами, в игры играюсь. То, что мы выяснили за сегодня... Это что мой стакан с кефиром. Ты его, да ладно, нового, скажите, ты его пил? Пожалуйста. Ты хочешь попить? Мой попить? Держи, я держи. Мы все выяснили уже? Очень многое. Очень многое что? На нас навесили микрофоны. Мы должны выполнять все условия. Если мы какие-то условия не выполняем, то все наши деньги, из-за которых нас здесь собрали, сейчас, давай. Мы не получаем, а получает адвокатская фирма. И то есть все наши страдания зря. Да? И то есть твой бизнес потерян зря. Ладно, мне особенно нечего было терять, но если бы мне вернули мой скетчбук, я была бы безумно благодарна. Ладно, не об этом. Мои эскизы. Обалдеть. Пиво, Андрей, это прям верните как... мне мои, пожалуйста, вещи. А? Я в салоне оставила свой рюкзак. Можно мне, пожалуйста, вернуть вещи? Где ж, Макс, ты поел? А я поел. Там мои... Блин, классный медовик у Миланы, правда? Пожалуйста. И вообще, какова вероятность получить что-то другое, к примеру, не торт? А у вас есть чупа-чупсы? Ребят, ну эта камера, она меня просто убивает. Я просто жду от нее постоянно какого-то ответа. Что она такая скажет: да конечно, братан, лови пятюни, сейчас тебе будет чупа-чуп. Ну я реально жду этого. Но нет. Она просто такая стоит, смотрит на тебя, смотрит. И ты даже до конца не понимаешь, смотрит ли там в обратную сторону или не смотрит. Это все очень странно, сложно. Мне кажется, что все это не настоящее. Ты настоящий? Мне это сон. Нет, это... Нет, вы слишком настоящий. Ну да. Если бы это было не настоящее, тут бы не лежали бы крошки. Ну, как-то все было бы поопрятнее, да? Следы от стакана. Слишком реалистично. Слишком очень хорошая симуляция. Нет, это, наверное, реально. Ну да ладно. Вы готовы выполнять все условия?
Пока что мы готовы, да. Мы сейчас будем выполнять. Когда нам уже озвучат вторую часть завещания, экземпляр, чтобы завещание у нас было. Мне просто кажется, что микрофоны это прям какой-то, ну, минимум. Типа такое условие, которое мы такие, ой, да ладно, микрофоны, фигня. А потом скажут, что теперь сделайте там отбивную из крокодила. Ну, да. Да. Задание. Спеть песню про детский сад. Вась Васич. Про детский сад? Да. Да, да, да. Про какой детский сад? Спеть песню про детский сад, Вась Васич? Я не вижу ничего оттуда. Что это такое? Спеть песню про детский сад. А я знаю, кто прислал. Знаешь, кто, Васич? Знаю, я не буду говорить, но знаю. Ну так интересно, вот я вот не знаю... Интересно же, от кого задание. А знаешь, почему знаю? А потому что я это единственный человек в моей жизни, который знает, что я знаю эту песню. Ну, не единственный. Это да, ладно. Про детский сад, Васич, ну это вообще. Тебе да про детский сад. А вот теперь, ребят, смотрите, ну, если у нас тут какие-то вокальный конкурс, я, конечно, спою. Ну, что, мне не впадлу вообще, не впадлу. Когда тебе было что-то впадлу? Я помогу тебе. Парлу. Ладно. Что ты хотел сказать, Вася? Давайте сейчас поймаем тишину, а вы песенку, да, послушаете? Скажу так. Я не ем курицу. Не надо быть. Честно признаюсь, почему я знаю эту песню? Эту песню моей маме пела ее бабушка. Моей маме. Ее маме пела ее бабушка. Ого. Да. Она историческая. Да. А моя мама научила меня этой песне еще с самого детства. Запевай. Не, я к тому, что вы, наверное, спросите, откуда Вась Васич знает песню про детский сад. Мы да, просто там... ждали, пока ты начнешь петь, Вась Васич. Но... Дайте поговорить, а. Ну вот сегодня есть у меня время пообщаться с вами, как-то рассказать. Сегодня и так идет у меня день откровений. Чего вы мне начинаете глепило забить? Да, да, молодец. Давайте похлопаем. Все. Лирику оставить. Все, тихо. Тихо. Сказал, поймай тишину. Детский садик, что пчелиный рой, там детишки бегают гурьбой, там они танцуют и поют, никому прохода не дают. У фонтана, где растет каштан, чернобровый малый мальчуган, перед девочкой стоит, шепелява что-то говорит. Оля, Оля, вырасту большой, будешь, Оля, ты моей женой. Буду, Оля, я тебя любить, шоколадки каждый день возить. Годы мчатся, словно ураган, вырос Васька, стал он капитан. Ну а Ольга в 18 лет расцвела, как маковый букет. Тихо-тихо, звездочки горят, старики на солнышке сидят. Помнишь, Оля, было нам 5 лет, а теперь ты бабка, я дед. Опа! Вау! Хорошая песня. Хорошая песня. Вася, ты петь умеешь? Ну а чё, ты знаешь, я по сути там же, когда прибывал-то, я там и читал. Я очень много читал, на самом деле. Нам бы караочку сюда, да, ребят? Очень много читал? Да, караочку как бы не знаю. А чё бы было нормально, мне кажется. Читал. Я думаю, что это великолепная идея. На караоке? Чисто рэпчик читать. Да, просто все хочет стать повинением. Мне кажется, караоке это отвратительная идея. Да? Я ну немножко согласен. Караоке? Хотя нет, караоке, это ж так здорово. Нет, подождите, что-то я, наверное, напилась, я не знаю. Мне кажется, что караоке лучше бы играть. Я знаю, кто ты. Спасибо большое за задание, я понял. Или не хотя... Как будто ты сейчас так сделал, Вася Васильевич. Ты знаешь, у меня много друзей на самом деле, братан. А, все понял. Да. Я у даже у очень много друзей. То есть больше, чем у меня. Ну, я не знаю, там Варвара Кассов тоже до хера, но. А где? Нас много! Но. Много где? В смысле, в разных местах? Мне бы интересно было знать. А почему ты меняла место учебы? Песня нормальная, хорошая очень песня. И Вася Васильевич такой другой сразу. А про что песня?
Это задание раскрывают. Это кавер песни. Ну да, ну я эту песню знаю с детства. Сейчас сказал. Я даже не слышал ее, да, реально. Это я этой песне научил дочь, научу вторую, когда будет. Давайте послушаем, как поет Ксю. Понимаешь? И эта песня будет переходить из поколения в поколение. То есть, по сути, это будет уже четвертое поколение, кто будет знать эту песню. Пусть твоя песня передается в 100 тысяч поколений. Чтобы накраситься и уж спеть, так спеть. Да, 100%. На самом деле так и надо. Да уж. Сегодня каждый день, да, какой-то вот вообще у нас? Ну да, каждый день что-то. А помните сначала-то как было? О-о-о, ой. Это когда мы тут с ноги вышибали дверь. Это когда мы хотели по бревнам. А бревенчатый язык бревчанский. А когда, да, а когда все вчетвером дверь вышибили. А когда Катя вот так дверь выламывала. Да, да, и сказала, ну вы степены, ну что вы ничего не делаете. Да, сколько будет это продолжаться? Да, сколько может. Я не могу это терпеть. Да. У меня бизнес там, понимаете? Вот. Нет, а на сейчас самом деле вот... бизнес как-то он до сих пор, но просто Катерина уже. Ну слушай, да, тем, Кать, мне кажется. Да, давайте какую-нибудь другую тему успокоились. Ну, подуспокоились, конечно. Во-первых, ну, видно, что ну, ни у кого поели. Никаких за пазухой этих нет, поэтому можно не особо не напрягаться. А еще мы поели, да. На это самом правильно. Деле мы просто поели, серотонин у нас повысился в крови. И все. Серокто. Серотонин повысился. Если это чувство просто вспышки эндорфина, скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно? Если это чувство просто взрыв окситоцина. Это чья песня? Макс Корж, да? Не Макс знаю. Коржа песня. Макс Корж нормальный тип. Угу, он такой, класс. Да. Знаете, да, что да. Нам еще надо? Нам я надо гитару. Я вот ничего не буду говорить, да, он очень хороший. Макс! Прям очень. Тихо. Юрец, спеть, а? Че? Да, он задает. Итак, Юрец, исполнить песню рождения. Итак, сегодня в нашей рубрике «Деревянный дом». Что за песня ты говоришь? Юрец, исполнить песню. Я так понимаю, тоже кто-то, кто его знает. Да, Юрец? Знаешь. Да, 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 да. А что за день песни? Это очень крутая песня. Я знаю, кто сделал это. Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Спить. Кто это сделал? А вот скажи вам, Катерина, кто это сделал? Вот прям все равно. Я вот не знаю, кто мне заказал траву. Я вот... Ты тоже с предысторией? Ну, я не знаю, я могу догадываться, но непонятно. Вот это вообще все интересно. Юрец... О, смотри, Юрец. Вот о, это ж фотка твоя. Да, да. Это ж твоя фотка. Да, это с одного, не обращать внимания. Это откуда такая? Да, там. Это ты с гитарой, что ли? Это в студии, да, это я там с гитарой. Такой лохматый. Вот гитарка бы моя. Ужас какой. Юрец, стул. Значит, песня. Так я... Похоронок было, где было веселее. Нет, нормальная фотка. Это я просто так, да? Чтобы тебя лично задеть. То есть выходит, что нам будут приходить, короче, задания, да? Понятно. А подождите, это мы по условиям... Подождите, тут надо прояснить. Секундочку. То есть мы должны по условиям вот этого... нашего наследственного да, условия. Да, это то есть одно из условий, что мы должны выполнять песенки. Получается... А! Вот зачем камеры. Чтобы ты пел песенки. Мы можем, мы будем задание выполнять. А если кто-нибудь скажет, давай это я тебе килограмм бананов, пожалуйста, и тебе палец отфигачим. Нет, нет. Ну а если... Фигни такой, зачем? Ну, зачем я меняю такой? Бананы на твой левый мизинчик, понимаешь? Ну или что? Ну такое же может быть. И мы это тоже должны будем выполнить? Да. Я... Ну ты готов уже, да? Да. Ладно, я потом задам. Ладно, песня, дамы и господа, в эфире песня «Рожден, знаешь». Песня, значит, была создана в очень грустных условиях. Значит, она о любви. Кто любит или любил, или будет еще любить, тому посвящается эта песня. Я развернулся. Стой, да. Тише. Да ладно, пусть говорят. Ой, кажется, я сказал фразы из одного известного.
Ну ты начнешь петь или что в конце концов? Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так раненым сердце тобой буду страдать. Я не знаю, что у тебя на уме, да и не хочу. За дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь. Знаешь, моя душа рваная вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Знаешь, моя душа рваная вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Взвесив все против и за, не можешь, я понял сам. Ведь разные части делят на два, внутри тебя там. Мне надо бы стать умней и чаще молчать. Я просто привязал бы тебя к себе, что всю жизнь целовать. Знаешь, моя душа рваная вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Знаешь, моя душа рваная вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Вот и вечеринка получилась. Да, вечеринка. Нормальная пати. Прям творческий вечер у нас сегодня. Да, очень хорошая песня. Да, а что это за песня? Это... Да, песня одного чувака. Это мы как Покемон и Пикачу. Это авторская, ну... Ну, все песни авторские. Нет, я просто не слышала нигде, не об этом. Ну, правда. Вы знакомого или? Да, это известная песня. Да? А как так-то вот? Как так-то? Как так? Так вот, мне непонятно. Мы вернемся к тому вопросу, который я задала. Слушайте, меня, я сейчас понял... Мы реально должны выполнять вот это все. Да, мы будем выполнять задание. Так вот... Хорошо поешь, Юр. Да? Да, спасибо. Хорошо поешь. Опачки! Макс, Ким расскажет о своей любимой игре. Макс, у нас сегодня не задание, что это? Круто на самом деле. Мне что-то реально страшно. Вот это да, вот это задание. Страшно от того, что я хочу все выполнять! Макс, давай. Сейчас тебе скажу. Мне пофиг, реально, пофиг. У меня там много любимых. Плевать. Да, ну у него несколько игр, просто сейчас поделиться и все станет. Что? Скажи. А, ну да, есть, конечно, да. Вот в ту камеру, вот так вот. А давай рассказать или так, показать кстати. Можно как-то? Можно показать. О, покажи любимую игру, где ты там... Ты рассказывай и показывай. А мы попробуем догадаться, что да. Что это за игра. Там. Рассказ, там, это же там, может там, быть там, не там, только там, словами, да? Рассказ можно показывать еще, да? Да. Так, садись, короче. Я? Да, спасибо. Какая честь. Ничего себе. Макс, только игры, ты нормально играл игры? Если игры какие-то... Ты что же это будет? Я не знаю. Так нет, мы это пока что на самом деле задания такие прикольные, они нас развлекают, мы хотя бы отвлекаемся. А если какие-то будут жесткие задания? Давай ты просто эту тему никогда больше в жизни поднимать не будешь, дабы просто не запускать этот бумеранг. Я пытался намекнуть, но решил сказать прямо. А ты не мог мне всунуть в щи просто? Я не сую в щи людям, хотя так, по сегодняшнему дню... Макс, ты готовишься? Да. Итак, дамы и господа, сегодня в нашем деревянном доме... Сводки деревянного дома. Сегодня я и моя коллега, госпожа Фудзияма Ниндзюцу Лия, и она же просто Лия бомба, бомба бомбическая, просто гряб! Гряб! Нет! Только не ощери! Голову сплечь! Голову сплечь! Зачем ты вслух сказал? Я не сказала! Я сказал вслух, так что мне надо голову, понимаешь? Древнее искусство! Все, идем. Так, тихо, играем. Так, поехали, уже мигает, нужно делать. Делай скорее. Тихо. Ну, рассказывай. Уходи. Куда? Фу-ф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 у-
for Speed. Гонки. Нет, подождите. Это Fallout. Гран Туризмо. Мы даже тоже игры знаем. Это... Ну мы же... Формула 1. Что-нибудь еще, Макс? А, GTA! Я житель обычный. Мир житель. Эй, забирай бабку. Чего такое? Делаешь, эй, да я ничего не хотел. Давай сюда. Просто... Да, ну, лег. Пожалуйста. Я лег. Блин, Макс, это туда? Да. А ты бабки забыл забрать. У него бабки выпали. Это GTA. Это GTA? Это стопудово. О, я твой причем, босс. Я причем, жирный Тони. Я жирный Тони, давай. Причем Vice City. Там же бабки. Ну как пожелаешь. Ты задолжал. Ты знаешь, кто это такое, а? Если кто ты такой? Ты задание выполняешь босса. Я самый крутой босс. И что он дальше? Ты перепутал, братан. Я даю тебе задание. Какое ты не даешь? 5 минут съездить, забери моего братана из соседней. 5 минут? 5 минут назад. Ты мне отошлешь данные? У тебя... Мне нужен девайс. У тебя 5 минут. Возьми мою Ламборджини. Давай. Я еще вернусь. Так. В общем, это GTA-шка. А твоя любимая... GTA-шка. Он садится в тачку. А твоя любимая игра реально GTA? Да, GTA. Ну, в общем, это слово. Моя... Любимая. Любимая игра GTA. Ну, пятая там, допустим, часть. Пятая, да. Но вообще ты все любишь? Типа? Да, ну все части люблю. В общем, GTA. Самая любимая игра Макс. Еще раз скажи. Скажи. Моя любимая игра Grand Theft Auto. GTA. Да он моя сказал уже игра GTA. Нет, да он сказал уже. Скажи, да он сказал так, уже. Как там... Сказал уже. Он уже сказал уже. Я ну-ка, знаю. Сказал уже. Ну дай ты мне. Ну... Сказал. Так как там можно выполнять задание. Так как нет. Может. Да. И по мере прохождения открывать карту. GTA. Я играл последний раз только в Vice City. Я играл в Vice City, молодец, да. Макс, я просто впервые слышу об этой игре, конечно. Как впервые. Давайте похлопаем за столь показательные выступления. Сам Андреас еще есть GTA. GTA 5. Это... Вот, кстати, ты мне говорила, что я там типа в село ничего не знаю. Сан Андреас играл? Прям. Да, Сан Андреас играл тоже. А я про эту игру слышал. Да? Изобразил. Да, Grand Theft Auto. Я помню, я даже влюбился. Это история, ты что? В этот, в Сан Андреас была такая игруха. Сан Андреас, да. Я не играл, просто когда на мультики смотрел в детстве. А я рубился, нормальная игра. Я тоже играл. GTA играли все, GTA вообще, весь мир. Просто, мне кажется, миллиардов 4 человек играли. Постал играли, по-любому все. Это когда молоток кидаешь в корову, а он ей в попу залетает. Или можно подойти... Много, можно много чего сделать. Просто... Слушай, ты играл? Она такая гадская реальная игра. Слендермен. Слендермен. Нет. Реально? Ты идешь... включаешь, там камера, и ты просто снимаешь и видишь все. А на экране телефона ты видишь, где стоит Слендермен. То есть оно в реале показывает, что, вот, к примеру, он там на стуле стоит, и ты такой, ааа, тебе надо убежать от Слендермена, экран начинает мигать, и ты такой бегаешь. Это... Еще, конечно, там много всяких. Это жутко страшно. Flatout там, Fallout, короче, там про гонки, про там, короче. Гран Туризмо. Доброй вам ночи, я вернусь к вам завтра. Вернусь. А, надо желать нам спокойной ночи, типа? Да. А, то есть это все развлечения на сегодня? А где же подарки? Да помолчи, ты сейчас... У нас будут столько развлечений, почему ты... У меня главный вопрос, Катерина. Это не смешно. А где салюты? У меня главный вопрос. Я так и не понял, ты говорила, что... Нам еще должны зачитать завещание, вот именно зачитать какое-то... А вот это разве не было зачитыванием завещания? Наверное, я не могу понять. Говорила вот Лия, что завещание. Ну, то есть, по сути, мы все поняли про вторую часть завещания, мы все поняли. Я поняла, нет, что нам завещание вообще не зачитали. Ну, вот я тебя сейчас и спрашиваю, вот то, что мы сегодня зачитали, это была вторая часть завещания, правильно? Нет, какое была вторая часть завещания. Условия. А где само завещание? Ты же понимаешь, что нам еще ни одной бумаги не предоставили. Я про то и говорю, завещание нам... Нет, нам сказали, что...